Мы сюда почти 2 часа добирались. Ты уверена, что тебе туда? Странно. Адрес совпадает. Возможно, мне нужно пройти по ту сторону. Я не понимаю только, зачем ты меня сюда притащила? Сама доехать не могла? Ну, я же объяснила, район небезопасный. Подожди минут 30, ладно? Давай так быстрее там. Я тебе говорил, что у меня сегодня встреча. Я помню. Только сиденье не прожги мне, как в прошлый раз. Да все нормально будет с твоей машиной, иди уже. Я быстро. Следуйте за мной. Хранительница уже ждет вас. Я хочу узнать правду. Правду о чем? О своей жизни. Мне кажется, что меня обманывают. Условия, знаешь? Да. Тот, на кого делаем расклад, должен находиться рядом. Он ждет в машине. Да, привет, пупсик. Я задержусь. Да, она притащила меня в какую-то дыру. Да знаю. Ну а что ты предлагаешь? Ну даже если я ломаю ее вписать меня в свою хату, то что, грохнуть ее, что ли? Давай вечером решим, что будем делать. Все. Если ты узнаешь, что тебя обманывают, как тебе это поможет? Сама не знаю. Может, карты подскажут. Карты не подсказывают. Карты говорят. И говорят они, что жизнь твоя хреновая, дорогуша. Никогда не слышал о месте под названием Тваи. Нет. Хотя, не знаю, может, в Европе?
Айвор гораздо ближе, чем может показаться. Вы часто рассуждаете о прошлых жизнях, но вы даже не подозреваете, что у вас есть шанс не на прошлое, а на настоящее, на альтернативную жизнь. Только вот завесу эту может приподнять не каждый. Выпей-ка, тебе надо успокоиться, дрожишь. Как будто увидела страшный сон. Хотя то, что тебя ждет на улице, еще страшнее. Это что? Особый настой трав. Набиты крепкие, но творит чудеса. Твои сознание и мысли встанут на место, там, где должны быть. Что же это за альтернативная жизнь? А ты вытащи карту, она обо всем расскажет. Всему свое время. Расскажи-ка мне о своей жизни. Ну, я работаю в офисе с утра до ночи. Раньше казалось, что жизнь вообще беспросветная. А недавно в моей жизни появился мужчина. Он сводит меня с ума и... В каком смысле сводит с ума? Мне кажется, что я в каком-то кошмаре. А вот это больше похоже на правду. Трижды... Тройная богиня Луны сейчас говорит с нами через 9 карт. И в опасной зависимости от этого мужчины. Ты должна это знать. Но ты можешь быть свободной и по-настоящему счастливой в твоей руке. Ну, хочешь стать свободной?
и такой же счастливый, какой почувствовал себя мгновение назад. Да, хочу. Где этот Вайбург и как туда попасть? Практически невозможно. Что? Всему есть своя цена. Всегда приходится чем-то жертвовать. Для тебя есть только один шанс. Чтобы попасть в Вайбург, ты должна занять мое место. Ваше место? В смысле, гадать на картах? Во-первых, не гадать, а прорицать, моя дорогая. Запомни это. Во-вторых, все не совсем так, как ты себе представляешь. Ты занимаешь место хранительницы врат между двумя мирами, пока на пороге не появится следующий. А что его ждет? Одна судьба знает. Ну, а я забираю твою жизнь. И как долго мне быть хранительницей? А этого никто не знает. Может быть, пару лет. Может быть, пару веков. Или ты можешь вернуться в свою прежнюю жизнь. Выбирай. Ну, ты готова рискнуть? Готова. Дамы и господа, для меня большая честь принимать вас в этот вечер в своем эзотерическом салоне. Как и было обещано, вас ждет нечто особенное. Наша сегодняшняя гостья овладела своим поистине магическим искусством во время ее странствий по среднеазиатской колонии Твайбург. То, что предстанет вашему изумленному взору, не просто танец. Это мистерия духа и тела. Это гипнотический транс, во время которого вы сможете оказаться в невиданных местах, в иных мирах и даже увидеть фрагменты своего будущего. Встречайте неповторимую, чарующую Анну Шатен.
Sometimes we pray and so dance, Maja. Dance, dance, and my Isabella. Baby, your own Carousella. Spin through the dreaming, your whole world is seeming. Dance, Maja. Кто вообще такая, а? Это машина и квартира теперь мои, а ты на обочине. Сука! Долго я спала. Кажется, половину столетия. Но у нас и время идет по-иному. Однажды мы будем в Твайбурге вместе, любовь. Как долго не пришлось бы ждать своего часа. На границе двух миров. Пока сама судьба
постучит в эти двери. Дорогой, впусти нашего гостя.